Видео подготовлено онлайн gdz.net. Задание номер 12.15. Решите систему уравнений. Пример А. А. 4х минус 5у равно 1. 2х минус 3у равно 2. Для начала выражаем x. У нас будет равен 1/5 y, 1,5 y плюс 1. Теперь подставляем это выражение во второе уравнение. Получим 4 умножить на 1,5 y плюс 1 минус 5 y. Равно 1. Отсюда 4 на 1,5 это 6 y плюс 4 минус 5 y равно 1. Y равно минус 3. X равно 1,5 умножить на минус 3 плюс 1. Х будет равен минус 4,5 плюс 1 минус 3,5. Пример Б. 3х плюс 4у равно 0. И 2х плюс 3у равно 1. Сначала выражаем у через х. Y равен 0,75x тогда 2x плюс 3 умножить на минус 0,75x равно 1. Отсюда 3жды 0,75. Это 3жды 0,75. Это 2,25. 2,25 и 2 это минус. Неправильно, 0,25. 0,25. Равно 1. 25х равно 1. Х равен минус 4. Y равен 0,75 на минус 4. И равен 7 на 4 это 280, 70 на 4 280, 5 на 4 20, это 28, 28 и 20 это 30, то есть это будет минус 3. Задание В. 4х минус 3у равно 7, 5х плюс 2у равно 26. Выражаем x через y, x равен 0,75 y плюс 1,75. Теперь подставляем его во второе уравнение. 5 на 0,75 y плюс 1,75. Прибавляем 2у равно 26. Дальше. 5,75у у нас получается равно 17,25. Отсюда мы можем посчитать, что у равен 3.
тогда x равен 0,75 на 3. X будет равен 2, плюс 1,75, плюс, сейчас сотру, 75 на 3, плюс 1,75, это 2,25 плюс 1,75, это будет 4, и пример да. Система 3x минус 5y равно 0, 8y минус 5x равно 1. Из первого уравнения мы можем выразить y как 0,6x. Подставляем его во второе уравнение. 8 на 0,6x минус 5x равно минус 1. 0,2 x равно 1, x равен 5, y равен 0,6 на 5, y равен 3. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.